теме повышения зарплат бюджетникам сегодня вновь вернулось правительство Чувашии. На еженедельном совещании обсуждали, как исполняется соответствующий указ президента страны. В республике для этого созданы специальные дорожные карты, в которых прописаны конкретные шаги по повышению заработных плат. Сегодня об исполнении указа отчитались профильные министры. Общая тенденция для всех министерств. Все идет по плану или даже сверх того. Первый доложила министр здравоохранения. После всех повышений зарплата врачей составила в среднем 28 200 рублей. Младшего медперсонала 9 799, среднего 15 900. Лимиты, прописанные в дорожных картах, превысили. Но средства в бюджете заложили, уверяет Алла Самойлова. Глава региона просит все-таки придерживаться плана. От факта вдруг снижение произойдет, они социальную напряженность будут создавать. Параллельно с увеличением заработной платы качество услуг должно улучшаться. Вот самая главная наша задача. Хорошую динамику по росту зарплат отмечает Министерство образования. Показатели, заложенных по году в дорожной карте, достигли, но столкнулись с проблемами. Мы с сентября этого года ввели поправочные коэффициенты базовым окладом учителей. И это новое всегда вызывает некоторое непонимание или некоторое расхождение. Поэтому анализируем сегодня практику начисления заработной платы учителей с тем, чтобы не допустить дисбаланса по отношению к качеству и работы учителей, качество образования. Средняя зарплата в образовании после повышения 16 813 рублей. Есть муниципалитеты, не дотянувшие до планки. Вопросы звучат в адрес Новочебоксарска. По Новочебоксарску ниже, чем средний по республике, по итогам 9 15 649. Почему так происходит, Александр Валерьевич? Мы не достигли тех показателей, которые ставились по задаче, но с учетом сейчас дополнительно выделенных средств мы дорожные карты по дошкольным образовательным учреждениям по году выполняем. В сфере культуры среднемесячная зарплата сейчас чуть выше 11 тысяч рублей. Существенно поднялся заработок, по данным Минкульта, у работников театрально-концертных учреждений и архивов, а также библиотекарей. Повышение в бюджетной сфере существенно повлияло на рост зарплат в целом по экономике. Динамика неплохая, но уровень заработков так и остался невысоким, если сравнивать с другими регионами с лучшими практиками, констатировал глава Чувашии. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика.